Доброе утро! Северная лига КВН приглашает любимого зрителя 12 декабря в 18:00 в Центр искусств для одаренных детей Севера на финал сезона. У нас в студии директор Северной лиги клуба веселых и находчивых Денис Штейнер и участник высшей лиги КВН, финалист телепроекта «Лига городов» на ТНТ в составе команды КВН «Столик», город Чулым, Никита Севцов. Денис, Никита, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот так КВНщики здороваются. Вот они, Никита Сергеевичи. Да. Только на сегодня, да. Никита. Да. Итак, финал, долгожданный финал. Расскажите, сколько команд, кто поборется и, собственно, за что? Одна команда здесь, у нас 5 команд приехала, шестая не смогла приехать, потому что в связи с погодными условиями, ну, такое тоже бывает. А за что поборется? За путевку в Сочи. Это во всех лигах, официальных лигах, вот такой главный приз, и те ребята, которые выигрывают, попадают в Сочи, и там уже попадают на Первый канал, как вот представитель Первого канала здесь присутствует, и тоже победитель Северной лиги. Добро пожаловать. Ну, на секундочку. Но в Сочи едут не отдыхать, вы сильно так обрадовались, путевку в Сочи. Нет, там ребята едут работать, там международный фестиваль команд КВН, где со всей России команды приезжают в количестве 500-600. В хорошие года 700. Да, вот. 14 дней они отдыхают, один день работают. Мне очень понравилась формулировка международный КВН, куда приезжают команды со всей России. Да, не только со всей России. Но это так везде сейчас. Не, ну то есть чуть-чуть международность-то все-таки сохранилась. Конечно. Казахи, белорусы всегда вместе. Узбеки, там очень много команд, которые приезжают и которые показывают. И все думают, что КВН это так, когда ты попадаешь в Первый канал, это далеко уже не студенческая игра, вообще от слова совсем. Это уже профессионально, это как спорт, этому большое внимание, пишешь, ставишься, редактируешься. Все как в спорте, только КВН. Правильно ли мы поняли, это будет не просто финал Северной лиги Международного союза КВН, но еще и отборочный этап всероссийского проекта Кубок чемпионов КВН, правильно? Да, все правильно понимаете, потому что мы выиграли грант, и это тоже будет победитель, который выигрывает, это будет еще абсолютный претендент на звание лучшей командой страны. И она имеет полное право как участвовать в одном проекте, как участвовать в другом проекте. Это премьер-лига и высшая лига, победитель непосредственно кубка. Ничего себе, все серьезно. Никита. Да, вот вопрос к вам, если позволите. Вы финалист Лиги городов. Да, абсолютно. Что значит, вышли в финал просто или типа выиграли? Слушайте, да, мы прошли в финал. Дальше, к сожалению, нам нельзя ничего рассказывать. А, все понятно. Я знаю. Я расскажу. Блин, что-то дешево. 1000 рублей, Сбербанк. Ой, Сбербанк прорекламировал. Ну, ладно, да, переводим. Ладно, можно на открытие. Да, можно открытие, да, переводите. Все расскажу, какое место они там заняли. Вот так это и работает. Нет, да, буквально вот на прошлой неделе вышел эфир с нашим участием, где мы прошли финал. И что будет дальше, то одному только телезрителю будет известно. Уже в конце декабря, 24 декабря, будет финал Лиги городов. А, ну это совсем скоро. Ну что-то сегодня реклама, что было дальше рекламировать. Никита. Что было дальше, это уже другой проект. Нет, Никита, расскажите, как там вообще? Это некий симбиоз классического КВН или совершенно новый формат игры? Конечно, согласен, что это симбиоз. Это командный юмор КВН, командный юмор Лиги городов. Это очень похоже, все его сравнивают постоянно. Вот сам Алексей Щербаков, который там сидит в наставниках, тоже постоянно его сравнивает. Говорит, что там КВН это очень плохая какая-то вещь. Что он не любит КВН. Не любитель такой. Но все-таки какая-то другая, какая-то ниточка присутствует там в этом. Нет, я хочу сказать, извини, что перебиваю, я хочу сказать, что это надо было давно это сделать. Вот и обновить все. Формат. Это обновить формат, да. Это не только соперничество среди команд, это еще соперничество перед наставником. И слава богу, что такой проект появился, потому что... Ну, что греха таить, мы сейчас с Никитой тоже ехали, разговаривали, там немножко полегче играть. Почему полегче. Там, да, тебе и наставника дают, и какие-то другие условия, и все, и это конкуренция. А конкуренция порождает что? Правильно. Что? Правильно. А еще в конце... Может быть, зарплату? Нет, вряд ли. А еще в конце не приходится говорить, а на самом деле Александр Васильевич и вот эта вот сопливая музычка, да? Вот это все. Ну, это, блин, это классно. И еще на другом канале, понимаете, более молодежном, я бы так сказал бы, да. Это абсолютно вообще аргумент. Но вернуться к этой игре, которая 63 года, это все равно школа, это садик, это непосредственно, нет, не университет, это, наверное, колледж все-таки, КВН, где приходишь...
и пошел садик, школа, колледж, и потом отпускаешься и погнал дальше в университет. Пропустили ПТУ и техникум. Ребят, а чтобы не создавали у нас телевидение из командного юмора, это все будет похоже на КВН, потому что КВН у нас, ну, вот это одна из, сколько, две или три отечественных передач, которые сугубо созданы в России. И долгожители. Это все вокруг будет крутиться, и все будут постоянно что-то сравнивать, но никто об этом не переживает, все создают новое, и вообще все супер. Надо приглашать зрителей. Приглашать зрителей. Вот, давай. Напоминаю, время, место. Дорогие зрители, уважаемая Югра, приглашаем вас на финал Северной Лиги, где поборются лучшие команды. Мы без рекламы. За какую команду мы с тобой болеем? Мы болеем за все команды. За все команды. За все команды. В Центр искусств 18:00. Ждем сегодня всех. Зал, как говорится, для каждого. Приходите и поулыбаемся вместе. Мы готовы вас веселить. Приходите. Ну еще б, не зря, что ты приехал сюда. Ну-ка, естественно. Итак, друзья, мы желаем вам счастливого, хорошего дня. Рады видеть. Приходите и победы команды, которая должна победить, да. Будем так это спасибо называть. Вам. Спасибо. Тепла вам и здоровья. Ой, спасибо, тепла нам не хватает. До свидания. Друзья, вам желаем хорошего дня. Вернемся буквально через 2 минутки. Приходите на КВН, мы пока выпросим билетики.